Так, бодрое утро, страна. Бельгия у нас сегодня 17 мая. Кстати, у моего сына Вилли сегодня день рождения, 3 года. Вот так-то, папаша. С чего начинаем? Помните, с чего начинается наша родина? Так вот. Вчера вот здесь вот выгрузился на вот этой конторке. Кстати, вот так она выглядит. Вот так он. Вот здесь вот прям встал, расчехлил бочину. Вот, выгрузился. Спрашиваю, можно стоять? Да, говорит, вообще нет проблем. Стой. Я думал, сейчас будут упираться, там нельзя, надо спроситься, блядь. Да никто, блядь, это говорит, становись, говорит. Я, ну, говорю, показываю, а где? Я там на легковую стоянку показал, она говорит, не, говорит, занимай место рампы. Она говорит, не рабочая, и стой тут. Короче, душ, туалет, там, блядь, пиздец, воды сколько хочешь, точнее. Вот. Видите, у нас, блядь, вид из нашего окна, блядь. Это вчера Роман Валерьевич взял, обрезал канистру. Вот. 10-литровую. Пошел, воды набрал, порошочком замочил все, бутылочку пивка потянул, вот, пару раз пожмякал так рукой, а потом пошел с этой канистрой туда в душ, там такие большие умывальники длинные такие, метров по 3, вот такие общественные рабочие из нержавейки, ну красиво все сделано. Застирал свои футболки рабочие, полотенечко кухонное и штанишки рабочие. Вот так мы боремся в Европе за чистоту мысли и одежды в том числе. Вот. Вот это вот эти, как я вам говорил, помните, эти вентиляторы. Вон Европа на чем электричество себе добывает, видите? Кстати, вот этот завод, это город как-то Пау. Ну, это если Сахина ехать на Антверпен, где-то посередине. Короче, у меня до Антверпена где-то километров, наверное, 40-50 до Антверпена. Вот. Так вот этот заводик, вот эти рампы, короче, запчасти какие-то делают для машин, потому что я вам привозил вот эти два таких большие контейнера, машины с той стороны стоят, а вон вот такие, как вот перед фурой стоят, приблизительно, перед кабиной, два, один на одном, вот, и грузил их на заводе Opel, это в городе Руссельхайм, это под Мангейм, Германия, вот, так я что хочу сказать, так вот сейчас у нас сколько часов? Сейчас у нас 5:06, и вот эти все машины буквально за 15 минут, вот эти, я имею в виду легковые, за 15 минут, вот как приехали сюда, то есть где-то 5:06 они все прилетели сюда. Но сам завод частично заходил, работал, и, кстати, ночью вот эти все рампы, они вот, это же вот улица, вот это проходной двор, вот проходной двор, вот это все, люди ходят, он... Ни одна рампа, блядь, не закрытая была. То есть мне надо было воды, блядь, набрать. Пошел, ну, взял эту балсанку 5-литровую, пошел, воды набрал. Обрезал канистру, постирался, пошел, зашел туда, на территорию. То есть, блядь, ни охраны, блядь, ни пропускной системы, ни бабы Вали, которая там, блядь, распоряжается, блядь, выписывает пропуска и так далее. Все открыто, блядь, двери открыты, запчасти он прямо на стеллажах отсюда видны, блядь, лежат, блядь. То есть все доступно, блядь, короче, заходи, бери, блядь, ну, в смысле как, заходи, бери. Это в нашем понимании, заходи, бери, вот я почему сравниваю, блядь, тут оно нахуй никому не надо и никто за это, скажем так, не переживает, блядь. Ну, так что это Бельгия. Я, кстати, у меня вот после вот этой фирмы даже отношение к Бельгии поменялось. Почему как-то я как бы ее чуть-чуть недолюбливал. В плане того, что постоянно в Брюсселе выгружался. Все выгрузки там в Брюсселе, там
брюссельская бизна, блядь. Ну, вот, что не говори, столица есть столица. Вот, блядь, от столицы всегда, блядь, плохие впечатления. Это так, как я, блядь, первый раз, помню, в Париж попал. Не, кстати, когда первый раз попал, вот это я отдельное видео покажу, то, блядь, было охуительно. А все остальные разы, блядь, то, блядь, пиздец. Вот я этот город вообще ненавижу, блядь. А вообще Франция красивая, блядь. То есть вот все, что, блядь, удалено от Парижа, охуительно, блядь. Так вот, вот здесь вот я к чему веду, что вот эта фирмочка, как бы, она удаленная от Брюсселя, от Антверпена. То есть это, ну, селишка, блядь, скажем так. Селишка. Люди пиздец добрые, блядь. Вчера в Игрузе подъезжаю, а вот здесь, блядь, вот с трассы свернул, где вот эта машина ходит, блядь, и уже сюда мне, блядь, 700 метров показывают, блядь, в поворот заезжать, полицейские останавливают, блядь. Вот, ну, тормозит, причем эта девушка, блядь, мне до поворота метров 400, наверное, чтобы уже свернуть вот конкретно к этому заводу, блядь. Ёб твою мать, думаю, что она, блядь, от меня хочет, блядь, 400 метров, думаю, не доехал, блядь, до этого. Аж, короче, на... Из того перекрестка, из моего, как я сейчас буду выезжать, только не на магистрали, а там еще на одну дорогу, блядь, более крупную. Короче, мотоцикл Harley Davidson и легковая машина такая маленькая. Ну, короче, у Harley Davidson вилка вся погнутая, блядь, колесо в сторону левое, блядь, так влево торчит, точнее левое, переднее влево торчит, блядь, короче. Видно, уебался хорошо, так полицейские этими... фишками обгородили, но мне что-то даже сдается, что не мотоцикл виноватый, блядь, а скорее всего, что машина вылетела, блядь, не пропустивши мотоцикла из того, что я увидел. Ну и получается, что я, блядь, подъезжаю к этому повороту, блядь, вот, вот он поворот, вот как мне сейчас вот налево надо повернуть, блядь, а вот здесь вот все фишками загорожено. Мне, блядь, 400 метров, и... а у меня выгрузка, так предупредили, до 18.00. Я, блядь, смотрю, уже 18.07. Думаю, уже пиздец, на 7 минут опаздываю, блядь. Думаю, сейчас эти еще, блядь, разберутся пока с этими фишками. А потом полицейский ко мне идет, блядь. Ну, типа так вот спереди метров вот так 60, блядь, до перекрестка он ко мне пиздует. Ну, так он к первой машине, ко второй, я где-то ли третий, или четвертый, приблизительно, блядь. Подходит, типа, ну и на английском, видит номера польские, блядь, типа на английском, я же английским не бум-бум, я так, типа, загензимир бита дождь, блядь, он раз там по-немецки мне, и спрашивает, типа, тебе прямо, мол, блядь, или это, или налево. Я говорю, бля, мне вот налево, говорю, 400 метров, блядь. Ну, смотри, так, типа, заезжай. Короче, там руку поднял, второй полицейский там одну фишку забрал, которая по центру стояла, так ее оттянул, я сразу тыц налево, ну, короче, минут 5 все-таки постоял, бля. Сюда прилетаю, вот, сразу к этот же в ту влево, куда я показывал, в эту дверь захожу, бля, сидит парень такой молодой, ну, как молодой, лет 30, наверное, бля. Я говорю, блядь, хуй-то выгрузка, блядь, будет или не будет, блядь. Тот говорит, это не вопрос, 5 минут, блядь. Я такой думаю, ёб твою мать, повезло, блядь, думаю, вот это охуительно. Прилетел, опоздал, блядь, и говорит, 5 минут будет. Я так еще спросил, говорю, а сколько это по времени? Думаю, завод большой, думаю, блядь, наверное, караш, вернее, как завод. Завод вот тут все ангар. Там дальше за ангаром нихуя нету. То есть это там не территория, вот, вот это вот предзаводская, за тем ангаром, наверное, вообще нихуя нету. С той стороны, блядь. Вот, в таком плане. Ну и думаю, сейчас, блядь, пока кара придет, пока карчика вызовут, блядь, я карчик там, блядь, уже по делам своим съебался, нахуй, как у нас, блядь, в наших колхозах, блядь, и так далее. Тут, блядь, я только к машине подхожу, тут хуякс, он уже на каре едет. Я еще, блядь, штору только оно начало оттягивать, блядь. Еще доски надо алюминиевые повытягивать, а мне там, ну, повытягивать надо, как бы, груз так стоит, что... чуть-чуть длиннее за один пролет, и получается, чтобы его вытянуть, то надо, блядь, два пролета, блядь, досок освободить. Соответственно, две стойки сдвижные, значит, одну стойку надо сдвинуть, блядь, а одна полностью остается с досками нетронутая. Ну, так вот, получается, мне надо середину и зад надо было все доски, блядь, а в каждом пролете по 8 досок, по 8 алюминиевых досок, блядь. То есть их надо, блядь, всех вытащить до самой высоты, блядь, спустить на землю, положить, плюс стойку. Ну, короче, факт, что я еще не расщеклился, а он уже передо мной стоит с вилами, ну, в смысле, не с вилами, а на каре. Выгрузил, блядь, по бырику и такой, типа, ну, спрашивает, типа, ничего ли я не хочу, блядь. Я сразу не понял, думал, может, он, блядь, про документы, я так в документы глядь, уже все. А и он сразу на каре уже вывез, мне не надо никуда ходить, уже
ко мне подъехал, и уже у него эти мои документы все пропечатаны. Короче, документы отдает, типа, ничего ли я не хочу. Я так думаю, блядь, шун, блядь, я в документы смотрю, там все печати есть, думаю, блядь, может, он что-то там другое замыслил, вот, в плане, чего я хочу. А потом я говорю, ну, типа, спрашиваю, туалет, да, типа, туалет, вот, душ. Не, кстати, не я спрашиваю, он говорит, бля, он мне сам предлагает, говорит, типа, вот, говорит, туалет, он душ, говорит, пойдем, если надо, покажу. Я потом думаю, если мне уже, типа, туалет и душ, думаю, сейчас спрошу, типа, про паркинг, бля. Типа, вообще же на заводах, бля, сразу только подсрачники, типа, едь отседова. Ну, говорит, без проблем. Но я, правда, вот такой же, вот, как вот здесь вот паркинг, вот такой вот с той стороны вот за фурой, точно такой же, блядь, по размеру так вот. Но как-то машин не было, что я мог как бы так в одну линеечку аккуратно так типа прижаться вот, туда, ближе к дороге, параллельно дороге встать. Он говорит, не, не сюда, говорит, становись вот сюда, говорит, тут две рампы мы вот имеем, я одну занял, вторую. Вот. Они не рабочие, говорит, тут тебя вообще никто не трогает. Так я еще вчера же вот это постирался. Развесил, но тут еще носки были, трусы, но они уже повысыхали, я уже позабирал носки, трусы, вот это еще там досыхает, через 15 минут уже надо ехать, их надо складывать. Так что-то это, коллеги, Бельгия, это я из Германии прилетел с тремя грузами, может быть, даже сегодня покажу, вот это значит первая выгрузка, и еще у меня там город есть один, Мехелен, под Брюсселем, ближе к Брюсселю, и там в районе Мехельна еще меньше городочек маленький есть. Ну, довыгружаюсь, потом покажу. Короче, не прощаемся.